Здравствуйте, друзья! Сегодня разберем вопрос о том, можно ли кормить рыб икрой. Многие опасаются, что при этом есть риск заразить рыб болезнями, особенно инвазионного характера, то есть какими-либо паразитами. Итак, опасно это или нет? На сегодняшний день известна только одна инвазионная болезнь икры. Называется она полипидоз, и болезнь эта поражает икру осетровых рыб, таких как стерлядь, обитающую в Волге, и реже поражается севрюга из рек Амур и Сырдарья. Поэтому, если вы не кормите свою рыбу сырой икрой стерляди или севрюги, только что выловленных из вышеупомянутых рек, то вашей рыбе ничего не грозит. Возникает следующий вопрос. Полезен ли для рыбы такой корм? Так как икра очень питательна, то полезно, особенно для растущего малька, задавать ее 3 раза в неделю, и вы увидите, как малек превращается в здоровую и красивую рыбу. Икру можно брать от любой свежей рыбы, можно свежемороженой. От засоленной икру брать нельзя, так как от соли у рыб нарушается работа почек и печени. А что касается рыб, зараженных глистами, то здесь также не о чем беспокоиться, так как глисты живут в кишечнике и в икру никак попасть не могут, то есть их жизненный цикл с икрой никак не связан. Следует помнить также о том, что рыб-производителей, то есть тех, которых вы собираетесь отсадить на нерест, следует прекратить кормить икрой за 2-3 недели до него, так как даже те рыбы, которые свою икру не едят, в этом случае могут воспринять ее как очередную порцию корма. Хотя есть рыбы, например, цихлиды, которые четко знают, где своя икра, а где корм. Икру можно заморозить. Так она может храниться без потери качества до 1 года. Всем удачи, друзья! Пока!